Камеры наблюдения на одесских дорогах при нынешней власти совершенно бесполезны. Бесчинство местных автохамов, бездеятельность чиновников и полиции создают аварийные ситуации на каждом шагу. Иногда административный абсурд доходит до комизма. Перекресток около рынка Привоз. Водитель, а вернее, как потом выяснилось, водительница, поставила машину на рельсах и пошла по своим делам. Пассажирам трамваев пришлось передвигать ее средство передвижения. Хорошо еще, что маленькое, а не какой-нибудь джип массой в тонну. Это происходило 7 раз в течение часа. Наконец появилась хозяйка машины с ребенком и преспокойно уехала. Почему водители трамваев не вызвали полицию, понятно. Пока стражи порядка приедут, пройдет час или больше. Быстрее отодвинуть машину. Вопрос в другом. Муниципальные камеры наблюдения должны быть связаны с дежурной частью полиции для своевременной реакции на правонарушение. Но никакой реакции нет. Значит, эта связь отсутствует или патрульные не хотят выезжать. Зачем тогда город тратил бюджетные деньги на камеры, если система бесполезна? Точнее, бесполезны чиновники мэрии, которые обязаны обеспечить организацию движения.